Всем привет. Раз пошла такая как бы пьянка, и начал я рассказывать про свои прибамбасы, как бы в лодке. Расскажу про якорь уже заодно. Для лодки Пеликан, Пеликан 270 River, я пользуюсь якорем, если на озере или на затонах, не на течении, рыбачу, то я использую вот такой якорь. Это два блина остались мне с моей же молодости, когда я как бы делать нечего было. Штангой занимался чуть-чуть, вот, в домашних условиях, в юности. Два блина, и раньше я ими пользовался. Один блин на одном конце веревки, второй блин на другом конце веревки. И как бы, ну, можно было на растяжку встать, но для озера так как бы не обязательно. Вот. Ну а веса одного блина не хватало, чтобы, ну, устоять на месте, если ветер, такой хороший ветер, вот, маленько сносило, неудобно было рыбачить. Я их решил соединить, вот, вместе. Недолго думая, взял тетрапак 5-литровый, обрезал донышко, обрезал горлышко, вставил тетрапак вот в два этих блина и паяльной лампой, ну, зажег ее и нагрел этот тетрапак. Он у меня и обрезал эти два блина. Прочно, не надо сверлить, не надо болтами было его скрепливать. То есть вполне нормально, если, допустим, мне когда-нибудь понадобится два блина эти по отдельности, я просто разрежу ножиком, уберу, вот и все. Будет два блина опять. Опять тетрапак отрежу, опять. Веревки. Веревки здесь. Забыл. Шесть метров. Для озер мне хватает. А если, допустим, я рыбачу с лодки Пеликан, с весельной, с электромотором, на каких-то затонах, где глубины больше, у меня просто вот эта веревка отдельно прикрепляется, она на карабинчик, у меня есть, ну, больше 20 метров, вот. Надо, перецепил, поставил ту веревку. Если еду на озеро куда-то рыбачить, я беру короткую, не беру, чтобы это вот 20 метров где-то под ногами там болталась в лодке, ну, ни к чему. Вот, то есть пользуюсь вот этой вот. А если точно такая же веревка, только 20-метровая, если, допустим, где-то в затонах рыбачу. Вот. Вес якоря. Шесть килограмм. Ну, этого вполне достаточно, вот двух блинов. Вполне достаточно, чтобы, ну, на ветре, на хорошем ветре не сносило лодку 2,70 размером. Не парусила, она стояла на месте. Ну вот, пожалуй, и все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Следующий ролик про кукан.